Камень, ножницы, бумага. Название популярной игры на руках стало основой необычного проекта наринмарского психолога. Лариса Борисова разработала серию занятий, направленную на раскрытие творческих способностей детей и развитие эмоционального интеллекта. О секретах раскрытия детских душ опытный психолог рассказала на одном из занятий. Песочные мультфильмы о том, как избавиться от окаменелого сердца и прийти к состоянию чистого листа. На них строится цикл занятий для младших школьников «Камень, ножницы, бумага». В течение одной недели педагог учила ребят создавать картины из песка и справляться с внутренними проблемами. Удивительная возможность вот именно песочной сказки, потому что открываются все возможности восприятия. Ее и слышишь, и видишь, и песок дает ощущение. Вот кинестетическое, поэтому, конечно, откликается великолепно. Раскрытие внутренних способностей на языке психологов называется развитие эмоционального интеллекта. Он позволяет ребенку стать социально чутким, управлять своим внутренним миром, чувствами и эмоциями, и при этом сострадать и сопереживать тем, кому это необходимо. Дети замечательны. Они настолько открыто реагировали, и как бы ни говорили, что дети жестоки, дети ничего не слышат, ничего подобного. Они все были как один организм. Они настолько откликались. Свой необычный проект «Камень, ножницы, бумага» психолог реализовала благодаря окружной поддержке. Лариса Борисова выиграла грант для некоммерческих организаций. В проекте приняли участие более 120 детей, воспитанники детской летней площадки при школе номер 5. Валентина Чебичи, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».